феврале 1917-го в России произошел государственный переворот. Власть перешла в руки временного правительства, но потрясения в государстве не закончились. В июле того же года попытку переворота совершили уже большевики. После провала их восстания мятеж подняли военные во главе с генералом Корниловым. Теперь, когда и корниловский мятеж был подавлен, временное правительство лишилось поддержки со стороны армии и не могло ничего противопоставить набиравшим силу большевикам. Русский революционер Борис Яковенко так писал об этих днях. Главным свидетельством о полном бессилии коалиционного правительства было общее состояние страны во всех главных сферах народной жизни – экономической, административной, военной. Это состояние совершенно адекватно и точно выражалось страшными словами «развал» и «анархия». Осень 17-го года выдалась ранней. Холодный дождь словно смывал последние эпизоды старой устоявшейся жизни. На улицах шли митинги, колыхались красные знамена, гремел коммунистический гимн «Интернационал», который пугал мирных граждан, утомленных революционными беспорядками. Будущее представлялось мрачным. Народ, который еще недавно интересовался только политикой, теперь был сыт ею по горло. Карманы обывателей опустошала инфляция. В сентябре правительство начало выпуск новых денежных знаков, прозванных в народе керенками. Их печатали большими листами по 40 купюр на каждом. Сначала нужное количество керенок вырезали ножницами. Потом стали расплачиваться целым листом. Затем стало не хватать уже и пачки листов. Из-за крайней простоты изготовления подделка этих денег стала массовым явлением. Сжимая в руках листы керенок, люди собирались перед магазинами и лавками. На улицах растягивались бесконечные очереди. Несколько месяцев назад подобные хвосты у хлебных лавок стали одной из причин бунтов в российской столице. Эти возмущения вылились в февральскую революцию и привели к падению тысячелетней русской монархии. Теперь очереди стали привычной частью петроградского пейзажа. Но все чаще стояние в них оказывалось напрасным. Товаров не было, хлеба не хватало. Не помогали даже карточки. На горизонте замаячил призрак голода. Ну что, открываем? В эти смутные дни привольно и весело жилось только ворам и налетчикам. Страна буквально утонула в преступности. Бороться с ней было некому, а недавние надежды на революционное перевоспитание уголовников не оправдались. Слышь, хозяин, а есть на что твое мыло-то намазано? Хлебушек, например. Да что же это творится? Это опять одно мыло. Бессилие новых стражей порядка, народной милиции, приводило к самосудам и кровавым расправам. Обыватели защищались, как умели, и пойманных преступников часто убивали прямо на месте. К разбоям и грабежам добавились винные погромы. С началом мировой войны в России был введен сухой закон. Временное правительство продлило его действие. Но охваченные революционным энтузиазмом массы сметали все препятствия на пути к спирту. Летом 1917-го винные склады громили и в столице, и в провинции. Особо усердствовали солдаты. Народная милиция, как правило, бездействовала. Сил сдерживать толпу у нее не было. Пришлось вмешаться главе правительства. Керенский обратился к погромщикам с грозным воззванием. Представители безответственных групп и темных сил России путем спаивания хотят внести разруху в народ, привести его к анархии, вновь восстановить старый порядок. Я требую задержания виновных и предания их суду. Свобода в опасности. Наш долг ее защитить. Но министра-председателя никто не боялся. Из вчерашнего героя и кумира он постепенно превращался в ненавистного шута, а по стране ходили издевательские стишки. Я могу быть свободен. Спасибо.
Правец бритой рожью, Россия растерянный невымазанник Божий, а присяжный поверенный. Те, кто видел Керенского в эти дни, отмечали, что министр-председатель выглядел поникшим и опустившимся. Лицо его огрубело, глаза потускнели и запали. А ведь всего 3 месяца назад это был энергичный, оживленный и даже несколько лихорадочный человек. Бремя власти оказалось для Александра Федоровича ношей непосильной. Но отказываться от нее он не собирался. После того, как военные во главе с генералом Корниловым попытались захватить власть, и их выступление провалилось, Россия осталась без правительства. Все министры подали в отставку, и только Керенский остался на своем посту. Он начал было формировать новую правительственную коалицию, но она никак не создавалась, из-за того, что Петроградский совет всякий раз был против ее состава. В результате в стране появился новый временный орган верховной власти – директория. Название позаимствовали из времен Французской революции. Директория официально провозгласила Россию республикой и узаконила ликвидацию полиции. В состав директории вошли 5 человек. Министр иностранных дел Михаил Терещенко, министр почт и телеграфа Алексей Никитин, военный министр Александр Верховский, морской министр Дмитрий Вердеревский и сам Керенский. Назначения Верховского и Вердеревского выглядели серьезной уступкой левым силам. Генерал-майор Верховский активно участвовал в борьбе с Корниловым, благодаря чему и попал в фавориты Керенского. Контр-адмирал Вердеревский в июле отказался выступить против большевиков и попал в тюрьму. Это сослужило ему добрую службу. И, покинув камеру, он оказался в кресле морского министра. Керенский умышленно взял в военные министры людей с репутацией революционных офицеров. Однако его расчет не оправдался. Раздачей портфелей и рассаживанием в кресло уже было ничего не решить. Провал корниловского выступления не только принес победу Керенскому, но и вывел на первые роли большевиков. Либерально-революционные партии и группы боялись диктатуры корниловских генералов, понимая, что военные, придя к власти, разгонят и временное правительство, и политических оппонентов. Корнилов казался либералам страшнее большевиков. Керенский в этой ситуации выглядел, по словам Ленина, корниловцем, случайно рассорившимся с Корниловым и продолжающим быть в интимнейшем союзе с другими корниловцами. Советы и большевики выглядели спасителями идей февральской революции, а временное правительство обвиняли в сговоре с контрреволюцией. Так борьба против Корнилова буквально воскресила большевистскую партию. Большевистский июльский мятеж был словно забыт. Между тем, борьба с генералами позволила большевикам создать собственные вооруженные отряды – Красную гвардию. Красная гвардия – добровольные формирования, которые создавались территориальными организациями партии большевиков. Весной 1917 года рабочие дружины начали создаваться в Петрограде, Москве и других городах России. После июльских событий они были расформированы. Возрождение Красной гвардии произошло во время корниловского выступления. К концу сентября отряды красногвардейцев существовали в 104 населенных пунктах. Их численность достигала 250 тысяч человек. Только в Петрограде в руках рабочих было до 40 тысяч винтовок. О разоружении этих частей после подавления корниловского выступления не могло быть и речи. У временного правительства на это просто не было сил. Ленинская программа по захвату влияния в Советах дала свои результаты. Несмотря на приказ об аресте лидеров большевистской партии, влияние большевиков в Петроградском совете было решающим, что сразу же отразилось на решениях Совета. В ночь на 1 сентября депутаты впервые проголосовали за резолюцию, предложенную большевиками. В ней содержался прямой призыв к установлению новой власти – власти революционного пролетариата и крестьянства.
Рядовые члены фракции поддержали резолюцию большевиков. В президиум Совета входили члены партии эсеров и меньшевиков Николай Чхиидзе, Абрам Гоц, Федор Тан, Ираклий Церетели и Виктор Чернов. Они пытались противостоять большевизации Совета, но проиграли. В результате весь президиум подал в отставку. Еще несколько месяцев назад такой шаг напугал бы простых депутатов и заставил бы их пойти на попятную. Но теперь они проголосовали за отставку руководства Совета. Через несколько дней его председателем стал большевик Лев Троцкий, недавно освобожденный из тюрьмы Кресты. Сам Ленин прятался в Финляндии. Она все еще оставалась частью российского государства, но арестовать Ленина не удавалось. Ему активно помогали финские социал-демократы, а также чиновники, которые мечтали о независимости Финляндии. Дошло до того, что Ленина укрывал в своем доме начальник милиции Гельсингфорса. Сам Ленин в письмах призывал соратников к восстанию. Двинуть верные полки на самые важные пункты. Занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство. Александр Федорович! Александр Федорович! Но не все лидеры большевиков поддерживали Ленина. Память о неудачном июльском выступлении была еще слишком свежа. Большевистский перевес, или как его называли поливение Совета, серьезно встревожил директорию. По газетам разлетелся слух, что власти перебираются в Москву, подальше от петроградских большевиков. На Московский Совет также перешел под контроль ленинцев. Так что бежать Керенскому стало некуда. Четырнадцатого сентября в Петрограде начало работу Всероссийское демократическое совещание. Открывая его, председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Николай Чхиидзе заявил: «Вместо скачка в царство свободы мы сделали скачок в царство анархии». Подтверждение этому последовало моментально. Выступление Керенского, первого лица в государстве, едва не было сорвано шумом и оскорблениями. В зале хозяевами положения были большевики. От демократического совещания у большинства участников осталось чувство напрасно потраченного времени. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Результат демократического совещания был, безусловно, трагичен, ибо указывал с полной ясностью на то, что и демократия, и революция вместе с нею находились в полном тупике. В тупике находились и так называемая демократия, и власть. Ни директории, ни остаткам временного правительства никто не доверял. Их политики не блистали ни решимостью, ни авторитетом. Советы вызывали у большинства лишь раздражение своей беззаконностью, агрессивностью и безответственностью. А большевики критиковали и опошляли всякую попытку установления законности и порядка. Одним из решений демократического совещания стало создание некоего подобия парламента. Официально он именовался Временным Советом Российской Республики, но чаще его называли предпарламентом. Большевики в предпарламенте получили лишь 58 мест из 555 и по рекомендации Ленина бойкотировали его работу. Единственной удачей Керенского стало формирование нового правительства.
Меньшевики и эсеры наконец согласились на широкую коалицию с партией кадетов. Директория прекратила существование. Ее члены влились в состав нового временного правительства. Большевики в работе правительства не участвовали. Создание правительства стало для Керенского последним успехом. Сам премьер-министр давно уже производил впечатление человека совершенно измотанного и угнетенного. Ходили разговоры, что он принимает возбуждающие препараты и даже наркотики. Страна рушилась в пропасть, а противостоять этому Керенский мог лишь произнесением речей, которые уже никто не хотел слушать. Вы министр промышленности. Делайте машины. Теперь слушали Троцкого, влиятельного большевика, который не уступал по популярности Ленину. Делайте, что должны, Россия будет свободна. Новое правительство демонстрировало свою полную беспомощность. Первым его атаковал Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного профсоюза, или, как его сокращенно называли, ВИКЖЕЛЬ. Профсоюз устроил всероссийскую забастовку, требуя повышения заработной платы для железнодорожников и сокращения рабочего дня. Забастовка грозила парализовать хозяйственную жизнь страны, и власти пришлось уступить. Следующее поражение власть потерпела на Дону. Во главе области войска Донского стоял атаман Алексей Калидин. Он был активным сторонником Корнилова и требовал наведения порядка в стране. Еще весной 1917 года генерал был отстранен временным правительством от командования 8-й армией. Опальный военачальник уехал на Дон, где был избран атаманом Донского казачьего войска. После корниловского выступления Калидина решили арестовать. Но Донское правительство приказу не подчинилось, и петроградскому правительству ничего не оставалось, как заявить, что все это чистой воды недоразумение. Калидин остался на посту и управлял Донской областью по своему усмотрению. В эти же дни финляндский сейм принял закон об автономии Финляндии. Временное правительство этот закон отклонило, а сейм распустило. Генерал-губернатор даже распорядился опечатать здание сейма. Но финские депутаты сорвали печати, провели заседание и приняли неугодные российской власти законы. На Украине продолжала плести интриги Центральная Рада. Она потребовала права самостоятельно назначать командиров во всех воинских частях на территории Украины и во всех полках и дивизиях, объявивших себя украинскими. Пойти на это временное правительство не могло. Руководители Рады вызвали для личных объяснений. Но те в Петроград не поехали. Они приняли несколько грозных резолюций и строго запретили выполнять распоряжения любого должностного лица, которое назначили без согласования с Центральной Радой. Для подкрепления своих позиций провели в Киеве так называемый «Съезд порабощенных народов России». На съезде собрали представителей украинцев, поляков, евреев, белорусов, грузин, прибалтийцев, молдаван, казаков, бурятов и тюркских народностей. Непонятно было, каким образом собравшиеся представляли свои народы, но съезд постановил реформировать Россию в федерацию. Также был образован Совет народов, располагавшийся в Киеве. Новое временное правительство в Петрограде только наблюдало за хаосом, охватившим всю страну. Протестовало, негодовало и ничего не могло предпринять. Еще хуже обстояли дела в армии. После корниловского выступления по фронтам и флотам прокатилась волна расправ над офицерами. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Отголоском противоправительственного выступления генерала Корнилова был самовольный расстрел 4 морских офицеров линейного корабля «Петропавловск». Расстрел, явившийся, увы, первой ласточкой воспоследовавших избиений и преследований офицерского состава со стороны солдатской массы. Дезертирство становилось массовым.
Солдаты бежали с позиций толпами, уносили оружие. А чтобы быстрее добраться домой, захватывали железнодорожные составы. Те, кто еще оставался на передовой, воевать отказывались. Целые дивизии выносили резолюции, что будут находиться на фронте только до 1 ноября, а после этого разойдутся по домам. В такой обстановке германские войска начали операцию под кодовым названием «Альбион» по захвату Манзунского архипелага и одноименного пролива. Эти острова имели стратегическое значение для наступления на Петроград. Поначалу армия и флот сопротивлялись врагу как могли. Большой урон нанесли противнику морские мины. Немцы лишились 9 кораблей. И еще несколько получили повреждения. До последнего сражался и был затоплен командой русский броненосец «Слава». Приняли бой еще несколько кораблей. 6 матросов с пулеметом защищали тактически важную дамбу на острове Моон. Стреляла по наступавшему врагу батарея на мысе Церель. Но едва немцы приблизились, батарейная команда просто сбежала, бросив раненого командира. Ход сражения могли бы изменить новые линкоры, находившиеся в Гельсингфорсе. Но их команды предпочли остаться в порту, а гибнувших товарищей поддержали лишь митингами. Немцы заняли Манзунский архипелаг. Это стоило им 9 потопленных кораблей. Русский флот лишился 2 кораблей. Немцы потеряли убитыми 381 человека. Русские боевые потери были невелики, но в плен сдалось более 20 тысяч человек. Некоторых из них немцы даже не разоружали. Солдаты революционной армии так спешили сдаться, что их бегство можно было не опасаться. Страна, которая всего полгода назад находилась в шаге от победы в войне, теперь стояла на краю полной гибели. Фронт организировал. Еще недавно либералы обвиняли царских министров в том, что те готовят мир с Германией. Теперь военный министр Верховский говорил о необходимости мира открыто. Ему вторили делегаты из действующей армии. Все требовали мира любой ценой. Настоящая война – это война народов, а не правительства. This war – the war of the people and not of the government. И русский народ знает, что принес эти несказанные жертвы. And the Russian people know about this kind of feeling, this unspeakable sacrifice brought. Царский режим оставил страну в состоянии дезорганизации. And the terrorist regime left the country in a state of disorganization. И было бы лучше, если бы наши союзники уделяли как можно меньше уважения к царскому правительству. And it would be better if our allies paid as little respect to the terrorist government as possible. И призывали бы его к ответу за его грехи. And would call him to account for his sins. Но союзники России мира с Германией и Австро-Венгрией не желали. Им нужна была победа. Восточный фронт требовалось удерживать во что бы то ни стало. И на временное правительство оказывалось сильное давление из Лондона и Парижа. Правительство вынуждено было прислушиваться к союзникам и поднимать вопрос мирного договора отказывалось. Зато большевики обещали мир сейчас и немедленно. Для этого требовалось совсем немного – взять власть в свои руки. В начале октября в Петроград вернулся Ленин. Он приехал тайно, в парике и в гриме. И поселился на конспиративной квартире. Вождю большевиков все еще грозил арест за июльское восстание. Сопровождал Ленина его личный охранник Эйнар Ахья. Рахья, Эйно Абрамович. Финский революционер-коммунист. Работал слесарем на железной дороге. Занимался переправкой нелегальной литературы и оружия в Россию. В 1917 году стал личным охранником Ленина. Служил на высоких должностях в Красной армии. Знаменит своей фразой, сказанной певцу Федору Шаляпину. «Талантливых людей надо резать, потому что ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство». Умер от туберкулеза и алкоголизма. Два его брата, также коммунисты, после революции занимались контрабандой, доставляя в Россию из Финляндии предметы роскоши и продукты питания.
10 октября на конспиративной квартире собрался Центральный комитет партии большевиков. После бурных дебатов ЦК поддержал ленинский курс на восстание. Решение давалось непросто. Ленин уговаривал своих товарищей. «Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти». Власть действительно просто валялась под ногами. И подобрать ее мог любой, у кого хватило бы на это сил и решительности. Владимир Ильич, мы тут большие жертвы. Очень большие жертвы. Это армия. А что, до этого не было больших жертв? Так что предлагаю голосовать. Кто за? 10 членов ЦК проголосовали за восстание. Против выступили двое – Каменев и Зиновьев. Трудность состояла в следующем. Вооруженное восстание большевики могли провести только руками рабочих и солдат, которые подчинялись Петроградскому совету. Другими словами, все выглядело так, словно выступление проводит совет. Но если бы мятеж провалился, аресту подверглось бы все большевистское руководство в совете. Чтобы обезопасить в случае поражения всю большевистскую верхушку, при совете был организован новый орган, названный Военно-революционным комитетом, или ВРК. Формально он создавался якобы для обороны Петрограда от немецкого наступления. Руководителем в нем значился представитель левых эсеров Павел Лазимир. На самом деле перед ВРК стояла задача организации восстания, а его фактическим руководителем был председатель совета, большевик Лев Троцкий. В случае провала было бы арестовано только эсеровское руководство комитета. Вскоре представители ВРК появились во всех частях Петроградского гарнизона. Ряды большевиков пополнялись. В феврале 1917 года они насчитывали 24 тысячи членов. В апреле – 80 тысяч. В августе – 240 тысяч. В октябре – 400 тысяч. Большевистскими стали и советы. Петроградский совет возглавлял большевик Троцкий, Московский совет – большевик Нагин. По городу стали ползти тревожные слухи о том, что готовится вооруженное выступление большевиков. На улицах стали показываться группы вооруженных красногвардейцев, иногда на быстро несущихся вооруженных автомобилях с угрожающими плакатами вроде «Смерть Керенскому». Но Временное правительство словно не понимало, что происходит, и совершало одну ошибку за другой. Керенский распорядился отправить на фронт 200-тысячный гарнизон столицы. Командиры так характеризовали настроение гарнизона. В нем небольшая часть, тесно связанная с большевистским советом, весьма активна. Настроение же прочей части можно назвать пассивным, даже апатичным. Но при известии о возможной отправке в окопы солдаты заявили, что их нужно полностью снарядить и вооружить. Требование выглядело разумным, и военное министерство его удовлетворило. Винтовки и пулеметы получили даже те части, которые в июле были разоружены, как ненадежные. Получила оружие и Красная гвардия. Но на фронт гарнизон так и не пошел. Зато большевики приобрели прекрасно вооруженную поддержку для предстоящего выступления. Большая часть гарнизона настроена самым антиправительственным образом и готова выступить по первому знаку Петроградского совета и решительно противиться выведению петроградских войск на фронт. Между тем, борьба за организацию вооруженного восстания не утихала внутри Ленинской партии и принимала порой курьезные обороты. После совершенно секретного совещания ЦК один из ближайших соратников Ленина, Лев Каменев, не придумал ничего лучшего, как опубликовать в газете статью, в которой высказался против вооруженного выступления. Его поддерживал еще один член ЦК, Григорий Зиновьев. В
Узнав о публикации, Ленин пришел в ярость и потребовал исключить Каменева из партии. Впрочем, скоро соратники по революционной борьбе помирились. Против ленинского замысла выступил и всемирно известный писатель Максим Горький. Он давно сочувствовал большевикам и еще в 1905 году стал членом их партии. Февральскую революцию Горький встретил восторженно. А вот планы нового восстания пришлись ему не по душе. Он боялся новой крови и хаоса. Горький выступил против восстания прямо и резко. В газете «Новая жизнь» писатель опубликовал статью «Нельзя молчать», где призывал большевиков отказаться от выступления. Теперь о секретных планах большевиков говорил весь Петроград. Троцкому пришлось публично солгать, что подготовка к выступлению не ведется. Этому заявлению поверили немногие, но Временное правительство и в этот решительный момент проявило пассивность. Сам Керенский совершенно пал духом. Он публично признавался: «Я человек обреченный, мне уже безразлично, и смею сказать, это совершенно невероятная провокация, которая сейчас творится в городе большевиками». Между тем ситуация становилась все более угрожающей. Командование Петроградского округа докладывало правительству, что войска ненадежны. В отставку попытался подать военный министр Верховский. Он не верил в возможность успешного противостояния большевикам. Увольнять министра не стали, но отправили в отпуск, поправлять здоровье. 21 октября, за 4 дня до выступления большевиков, военный министр уехал на Валаам. А правительство продолжало совершать новые промахи, отталкивая от себя тех, на кого могло бы опереться в критический момент. На следующий день, 22 октября, казаки решили провести крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери. Казаки считались сторонниками контрреволюции, и крестный ход мог серьезно нарушить планы большевиков. Он совпадал с новым праздником – Днем Петроградского совета, в честь которого планировалась торжественная демонстрация. Совет выдвинул ультиматум – крестный ход отменить. Правительство протест удовлетворило. Ленин был в восторге. Он писал: «Отмена демонстрации казаков есть гигантская победа. Вождь большевиков все еще оставался на нелегальном положении». В ночь с 23 на 24 октября 1917 года министр юстиции Временного правительства Павел Малентович отдал распоряжение об аресте Ленина. Но большевистским планам это не препятствовало. Тем более, что министр юстиции Малентович, хоть и был меньшевиком, но оставался сторонником сближения с большевиками и сам предупредил Ленина о готовящемся аресте. В этих условиях говорить об эффективности действий Временного правительства не приходилось. А Троцкий, руководивший подготовкой к восстанию, носился по Петрограду. Он бывал в казармах, на заводах, в Смольном, на митингах и говорил доходчиво и понятно. Эти призывы находили отклик. За Троцким были готовы идти солдаты, матросы, рабочие. Утром 24 октября в 5 часов 30 минут в типографию, где печатались большевистские газеты «Рабочий путь» и «Солдат», прибыл комиссар Временного правительства с отрядом юнкеров. По его приказу дверь типографии опечатали, у здания разместили охрану. Но останавливать большевистскую агитацию было уже поздно. В здании бывшего Смольного института благородных девиц, который стал штабом военно-революционного комитета, кипела работа. В
Войска получили приказ не выполнять распоряжение штаба Петроградского военного округа. Это переполнило чашу терпения Керенского, и он приказал арестовать членов комитета. Однако распорядиться об этом было проще, чем выполнить. Правительство вызвало в Петроград надежные воинские части, но с Северного фронта пришел ответ. Организация и отправка отряда под лозунгом защиты временного правительства невозможна. За этим лозунгом никто не пойдет. Тем временем на сторону большевиков перешла Петропавловская крепость. Зимний дворец, в котором заседало временное правительство, оказался под прицелом крепостных орудий. Испуганное правительство призвало для своей защиты юнкеров. Юнкера – учащиеся военных училищ и школ прапорщиков русской армии. По окончании учебного курса им присваивался младший офицерский чин – прапорщика. В Петрограде и окрестностях столицы располагались Павловское и Владимирское военные училища, Николаевское кавалерийское, Михайловское артиллерийское и Николаевское инженерное училище, а также несколько школ прапорщиков. Общая численность юнкеров, находившихся в Петрограде и его пригородах, составляла 7 тысяч человек. Ходившие по улицам подтянутые юнкерские патрули выглядели в глазах обывателя оплотом спокойствия и порядка. Юнкера стали последней надеждой временного правительства. Большевики продолжали совершать отвлекающие маневры. Военно-революционный комитет принял резолюцию о том, что не планирует устраивать вооруженное восстание. Но фактически восстание уже началось. Зато настроение Керенского резко изменилось. Он заявил, что даже мечтает о выступлении, и тогда он сможет раздавить большевиков. Министр-председатель решился на жесткие меры. Одновременно он обратился за поддержкой к предпарламенту. Керенский произнес перед депутатами зажигательную речь. Временное правительство и я в том числе предпочитаем быть убитыми и уничтоженными. Но жизнь, честь и независимость государства мы не предадим. Мы не предадим. Керенскому яростно аплодировали, но через несколько часов приняли резолюцию не в его пользу. Предпарламент лишь постановил создать комитет, чтобы урегулировать конфликт между правительством и большевиками. Керенский грозил сложить с себя полномочия главы правительства, но еще надеялся победить. 24 октября по его приказу штаб Петроградского округа попытался изолировать рабочие окраины. Но попытка развести мосты через Неву оказалась неудачной. Отряды Красной гвардии почти везде сумели помешать юнкерам. Большевики заняли центральный телеграф, а также вокзалы, государственный банк и телефонную станцию. Верные правительству войска собрались на Дворцовой площади. Они контролировали Зимний дворец, здание штаба военного округа и Мариинский дворец. На большее силу защитников не было. Чтобы остановить противника, на площади соорудили баррикаду из дров. Большевики продолжали собирать силы. В Центральный комитет Балтийского флота улетела телеграмма за подписью члена большевистского ЦК Якова Свердлова «Присылай устав». Это был условный сигнал. Получив телеграмму, Балтфлот отправил в Петроград почти 2000 матросов. В тот же день Ленин отправился в Смольный. Для конспирации он был в гриме и с поддельными документами. Ленин надел кепку, повязал щеку платком, словно страдал от зубной боли. Сопровождал его все тот же Эйнурахья, вооруженный до зубов. По дороге их дважды задерживали юнкерские патрули и проверяли документы. Но опознать Ленина так и не смогли. В Смольном вождя ожидал восторженный прием, и он сразу включился в работу. Всего хорошего. Октября в 4 часа утра по распоряжению военно-революционного комитета к Николаевскому мосту подошел крейсер «Аврора». «Аврора» —
крейсер первого ранга Балтийского флота. Общий экипаж — 578 человек, 20 офицеров, 550 матросов. Во время русско-японской войны крейсер участвовал в походе второй Тихоокеанской эскадры, который закончился сражением при Цусиме. В дни февральской революции на корабле вспыхнул мятеж, и капитан корабля Никольский вынужден был стрелять по бунтовщикам. Разбушевавшаяся толпа жестоко убила капитана и его старшего помощника. К лету в команде насчитывалось 42 члена большевистской партии. В конце октября крейсер находился в Петрограде на ремонте. Команда выбрала нового капитана, старшего лейтенанта Никонова. Но 25 октября он отбыл в штаб и командовал крейсером лейтенант Эриксон. На «Аврору» возлагалась задача восстановить движение по Николаевскому мосту, который накануне захватили и развели юнкера. Требовалось вывести крейсер на середину реки. Эриксон отказывался это делать, мотивируя отказ тем, что фарватер ему неизвестен. После угроз и уговоров он согласился, опасаясь, что без его помощи матросы посадят корабль на мель. Когда «Аврора» приблизилась, юнкера покинули мост, а корабельные электрики высадились на берег и свели мост. К утру 25 октября Керенский начал понимать, что он сидит в Зимнем дворце, как в осажденной крепости. На призывы о помощи никто не отзывался. Даже от спешно вызванного женского ударного батальона осталось только полроты. Женский батальон – военное формирование, состоящее исключительно из женщин. Создавалось временным правительством из женщин-добровольцев в основном с пропагандистской целью – поднять патриотический настрой. В защите Зимнего дворца участвовала вторая рота батальона в составе 137 человек. Утром 25 октября в Петрограде стояла отвратительная погода. Было пасмурно и холодно, дул сырой резкий ветер. Всюду были расклеены листки с запретами временного правительства. Запрещались самостоятельные выступления и исполнение войсками каких-либо приказов, исходящих из различных организаций. Приказывалось также разыскать и арестовать Ленина. Листки еще висели, но власти временного правительства уже не существовало. Город находился практически под полным контролем большевиков. Осознав, что сидеть в Зимнем бессмысленно, Керенский решился отправиться навстречу верным войскам, которые были вызваны в Петроград. Но в распоряжении правителя России не оказалось даже исправного автомобиля. Машину с трудом удалось одолжить в американском посольстве. В последний момент все-таки нашелся личный автомобиль Керенского. На ветровое стекло машины привязали американский флажок и отправились в путь. Глава временного правительства покинул Петроград. С захваченного большевиками телеграфа во все концы страны уже летели телеграммы. Гражданам России временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Это еще не было правдой. Временное правительство формально было, хотя его существование уже напоминало фарс. Днем 25 октября министры собрались в Зимнем дворце на заседание. Там они узнали, что командующий Петроградским военным округом полковник по фамилии Полковников, поддавшись панике, руководить войсками не способен. Было решено передать власть в городе в руки одного из министров, Николая Кишкина, который по специальности был доктором-физиотерапевтом. Доктор Кишкин стал губернатором с чрезвычайными полномочиями. Как мог, он пытался организовать сопротивление большевикам. Но в подчинении у него оставались лишь прислуга Зимнего дворца, юнкера, отряд казаков и несколько десятков женщин из ударного батальона. Кишкин сместил Полковникова и назначил командующим округом боевого генерала Багратуни. Но к тому времени большинство частей Петроградского гарнизона выполняли приказы только одного органа – военно-революционного комитета. Большевики без особого шума разогнали предпарламент, заседавший в Мариинском дворце.
Делегаты, находившиеся в зале, приняли резолюцию с протестом против насилия и разошлись по домам. Сопротивляться никто даже не подумал. В Зимний дворец тем временем прибыло подкрепление – сводный батальон школы прапорщиков инженерных войск. Тут же во дворце стали строить планы контрнаступления. Попытались освободить Мариинский, потом центральную телефонную станцию. Все было тщетно. Одного бронеавтомобиля под красным флагом оказалось достаточно, чтобы верные правительству силы отступили. Ближе к вечеру военно-революционный комитет занял штаб Петроградского военного округа. Вечером Ленин выступил в Петроградском совете и произнес слова, которые стали известны всему миру. Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Параллельно начал свою работу Второй Всероссийский съезд Советов. Ему предстояло легализовать захват власти большевиками. Ленин и его соратники сделали все, чтобы для населения государственный переворот не выглядел как захват власти большевистской партией. Все представлялось так, будто власть в свои руки брал военно-революционный комитет Петроградского совета, то есть орган, избранный народом. Тот факт, что большевики возглавляли и полностью контролировали сам совет, никак не афишировался. Министры продолжали оставаться в Зимнем дворце. В их распоряжении имелась только одна телефонная линия. Защитниками дворца владевало уныние. Ушли юнкера-артиллеристы, захватив с собой 4 орудия. Ушла часть школы прапорщиков инженерных войск. Ушли казаки. Наступил вечер. Большевики стали готовиться к штурму. В Зимний передали ультиматум о немедленной капитуляции, угрожая, что «Аврора» откроет огонь по дворцу. Министры решили на ультиматум не отвечать. Последнюю поддержку они получили от городской думы. Ее депутаты решили организовать шествие к Зимнему дворцу, чтобы поддержать осажденных министров. А если не получится, то, как они провозглашали, умереть вместе с ними. Но демонстрацию попросту не пропустили красногвардейские патрули. Депутаты не умерли и вернулись заседать дальше. Когда окончательно стемнело, большевики пошли в атаку на баррикады у Зимнего дворца. Но хватило всего 2 холостых выстрелов из орудий, и атака была отбита. Временное правительство еще могло разойтись по домам. Министров во дворце удерживала только ответственность перед теми немногими бойцами, которые остались их защищать. После первой неудачи большевики взялись за дело более основательно. По сведениям некоторых очевидцев, несколько выстрелов по дворцу сделала «Аврора». Орудия Петропавловской крепости стреляли поверх дворцовых крыш. Вопрос о том, стреляла ли «Аврора» по Зимнему дворцу, до сих пор обсуждается историками. По одним сведениям, штурм Зимнего начался после холостого выстрела бакового орудия крейсера. Встречаются свидетельства, что «Аврора» стреляла по дворцу боевыми снарядами. Но многие исследователи высказывают сомнения в том, что на борту вообще находились боевые снаряды. Тем временем пехота стала проникать в Зимний через разбитые окна и боковые входы, которые просто забыли запереть. Хлынувшая во дворец толпа просто смела ее защитников. Зимний заполнился солдатами и матросами. Кое-где им сопротивлялись, но единого командования не было. Во дворце оставались всего 5 офицеров. 26 октября в половину второго ночи в комнату, где сидели министры, вбежал юнкер. Он сказал, что готов вместе со своими товарищами сражаться до последнего человека. Все присутствующие закричали: «Не надо крови!» Юнкер ушел. Через несколько минут дверь открылась, и в нее ввалилась толпа. Человек в гражданском пальто и шляпе спросил, где члены Временного правительства. Ему ответили, что все они здесь. Тогда человек заявил: «Объявляю вам, что вы арестованы. Я председатель военно-революционного комитета Антонов». Все было кончено. В 3 часа ночи Каменев сообщил съезду Советов об аресте правительства. Затем делегаты приняли обращение к рабочим, солдатам и крестьянам, где сообщалось, что Временное правительство низложено и что власть переходит к съезду Советов. Также в обращении говорилось: «Съезд постановляет
Вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Арестованных министров Временного правительства отвели в Петропавловскую крепость. По пути толпа требовала отрубить им головы, но самосуда не произошло. Конвой доставил свергнутое правительство в крепость живым. Так начавшаяся в феврале 1917 года русская революция закончилась в октябре большевистским переворотом.